Арина, расскажите нам о мастер-классе. Мы с девочками рисуем семейную открытку. Так. Вот. Семья – это мама, папа и несколько детей, например. Или можно нарисовать дом, вот, в котором живет вся семья. Вот девочки сначала начали рисовать человека. Голова и туловище. Вот. Это, наверное, папа. Пример. Спасибо. Надежда, расскажите нам про мастер-класс. Мы делаем ромашку, потому что ромашка – это символ чего? Красоты. Любви. Улыбаемся. По крайней мере, все равно с ромашек. Сколько по времени она изготовляется? Буквально 2 минуточки. И ромашка готова. Вот тут целый букет это сделать. Но она еще не готова. Самое главное, ромашка должна быть кусочками заряжена. Можно поблагодарить подросткового молодого клуба «Березка» за такой интересный мастер-класс. И педагога, Надежду за ее терпение и любовь к детям. Спасибо. Спасибо. Олеся, расскажите нам про мастер-класс. У нас сегодня целых 2 мастер-класса. Это Толянчик. Вот здесь у нас чудесный образец. Так. Да. Это кукла, из головы которой растет трава, можно сделать прически различные. Те, кто в 90-х был ребенком, я думаю, что все ее помнят. И сейчас мы делаем процесс. Сейчас так. Мы делаем скраб сахарный для тела. Из мыльной основы из сахара. Приятное косметическое средство. Можно просто рассказываем, как его делать, как использовать. Здравствуйте, расскажите нам про мастер-класс. Ну вот мы участвуем в мастер-классе по плетению фенечек. Вот у нас пока что получается, очень интересно. Потом мы уже поучаствовали, нарисовали открытку. Смотрите, вот такую открытку. Сделали, не помню, как он называется, древеник. Он такой древеной. Древеной, мы его польем, и вот здесь у него на волосах вырастет трава. Вам нравятся мастер-классы? Спасибо. Здравствуйте, расскажите нам про мастер-класс. Вот, учимся. Так. Я последний раз после лепила в начале школы. Что лепите? Что-то единорогов, что-то слепков. Снеговики сегодня пользуются. Снеговики летом. Ребята, вам нравится? Спасибо. Здравствуйте, ребята, расскажите про мастер-класс. Что вы делаете? Вам нравится? Спасибо. Здравствуйте, расскажите нам про мастер-класс. Что вы делаете? Так. Нравится вам? Вам нравится мастер-класс? Спасибо. Здравствуйте, расскажите нам про мастер-класс. Такие вот открыточки делаем. Так. Веревочный парк Кошкина парк. Семейный парк активного отдыха Джоки Джой. Шоу мыльных пузырей. Открытки посвящены празднику День семьи, любви и верности? Или тут разная тематика? Ребят, вам нравится? Все заняты делом. Спасибо. Здесь, видимо, мастер-класс «Аквагрим». «Аквагрим»? «Аквагрим», не мастер-класс, просто раскрашиваем.
какая очередь. Пользуется спросом.